С нами давай играть. Скорее на кнопку нажимать. Сейчас узнаем вместе с тобой, что будет грузить. Магазин грузика. Кто это спрятался за дверью магазина? Привет, грузик! Какая у тебя смешная шапка! Грузик расставляет около магазина тыквы, потому что сегодня праздник – Хэллоуин. Еще тыква и еще одну на газон. А последнюю тыкву вот сюда. Смотри, грузик, паучок. Давай найдем для него паутину. Нажимай на кнопку. Паутиной тоже украшают дома на Хэллоуин. Паучок очень рад. А это настоящая конфетная фабрика! На праздник Хэллоуин принято угощать всех конфетами. Дети надевают маскарадные костюмы, заходят в гости и весело кричат: «Угости нас, или мы тебя напугаем!» Грузик будет угощать гостей разноцветными конфетами. Красные конфеты, оранжевые конфеты, желтые, зеленые, синие. Грузик, смотри, уже темнеет. Зажглись фонарики в тыквах. Все готово к Хэллоуину. А вот и первые гости. Кто это? Угости нас, или мы тебя напугаем. Смешные роботы, угощайтесь. Робот нажимает на разноцветную кнопку. Конфеты посыпались. Спасибо. А кто теперь стучит в дверь? Ты догадался? Веселого Хэллоуина!